После того, как вы скачали приложение, нажимаем на иконку в вашем телефоне. Заходим в Фаберлик. А сейчас откроется личный кабинет, и нам нужно будет в него войти. В поле, где написано «Войти», нажимаем на него. Набираем номер покупателя, который ваш номер консультанта. Вводим его в это поле. Далее вводим ключ, который пришел вам в СМС. Сообщение от компании. И нажимаем «Войти». Сейчас мы попадаем в личный кабинет. Вот так он выглядит изнутри. А как же нам добавить товары? Заходим на главную, нажимаем и смотрим, что здесь есть. Все новинки, распаковки, акции, товары со скидкой. Также можем зайти в галерею и уже по галерее посмотреть все продукты, которые есть в ассортименте. Выбираем, например, давайте добавим удлиняющую тушь в корзину. Нажимаем на корзиночку в правом верхнем углу, и она у нас попадает автоматически уже в корзинку. Можно еще добавить. И так выбираем каждый товар. Можно нажать на нее и провалиться в саму карточку товара. Здесь же можно посмотреть актуальные каталоги, которые есть на сегодняшний момент. Также погулять по галерее, повыбирать продукты. Здесь же нам нужно следующий пункт. Нам нужно выбрать точку доставки. Выбираем точку доставки, куда мы отправим свой заказ. Самовывоз или курьер. Набираем самовывоз, нажимаем продолжить. Выбираем на карте или из списка, как вам удобнее. Давайте выберем на карте. Нажмем на карту. Здесь появляется карта вашего города. И все точки с доставкой, какие есть в вашем городе. Здесь же можно просто нажать пальчиком и выбрать, посмотреть, какой пункт вы выбрали для доставки. Можно воспользоваться списком, пройтись по всему списку, и все, какие точки доставки есть в вашем городе, они будут здесь в этом списке отражены. Выбирайте близлежащий к вам пункт доставки, который вам удобен. Пункт выдачи, почтовое отделение, постаматы, партнерский пункт выдачи. Все, что есть в вашем городе, будет здесь. Выбираем точку доставки. Она у вас потом сохранится и будет по умолчанию. Всегда можно поменять точку доставки. Мы ее определили. Далее заходим в корзину, нажимаем «Продолжить», проверяем корзину. Все ли товары мы заполнили. И следующее идет акции. Акции – это, как правило, бонусы за покупку, которые есть в каталоге на определенную сумму. Походите, посмотрите по второму шагу корзины. Здесь же есть каталоги, которые можно и нужно выбрать. Один бумажный каталог, либо набор из 5 каталогов по льготной цене следующего, текущего периода. Есть распродажи. Бывает распродажа. Посмотрите по распродаже, что предлагает компания купить по привлекательным ценам. Пакеты, полиэтиленовые, там, пакеты майки, бумажные, подарочные пакеты. Все это есть. Открываете, смотрите и выбираете все, что вам нужно. Убедились, что корзина у вас заполнена, нажимаем «Продолжить». Следующее нужно закончить оформление заказа и нажать на кнопку «Заказать».